состоянии изменений последние несколько лет мы активно меняемся. У нас очень амбициозные планы. Мы создали первую международную собственную сеть. Мы в России единственная в аудите, кто может похвастать подобным достижением. Это уникальный проект, уникальный опыт для российского аудита. Мне кажется, что переезд в новый офис, он стал естественным развитием стратегии финэкспертизы, и переезд в новый офис лично для меня дал очень большой эффект. Задача была поставлена довольно четко. Нужно было сделать пространство для современной международной компании. Мы старались сделать, чтобы им было уютно, использовать природные материалы, много света, много воздуха, много моментов таких, которые им доставят удовольствие. Мне нравится, что все светлое, мне нравится, что все такое, не знаю, воздушное. Мне кажется, это вот, ну, гармонизирует внутреннюю составляющую с внешней. Я считаю, что офис и обстановка, и дизайн, общая концепция соответствуют полностью уровню компании. Наш офис изначально, и самое главное, отразил интересы современной будущей в целом системы офисного программирования. Это инновационность. Как мы знаем, инновации – это локомотив экономического развития. И мы идем в ногу с экономическим развитием нашей большой, сильной страны. И делайте шаг к новому вместе с финэкспертизой. И у нас, и у вас все получится. При таком очень компактном пространстве, несмотря на то, что оно большое, но при таком количестве сотрудников, все-таки мы стремились использовать каждый сантиметр, чтобы он был удобен, он был красив и полезен. У нас получится современный, воздушный, экологический, легкий офис. Моя задача была вдохнуть жизнь, собственно говоря, в этот офис. Модные тенденции сюда внести, именно архитектурные, дизайнерские, декораторские. Желание мое было расцветить и добавить какого-то уюта, человечности. Достаточно много зелени. Формат нового офиса дает ощущение безграничности возможностей для компании, для нашей команды. Концепция Open Space, она меняет культуру компании, общую философию компании. Сейчас мы все находимся в непосредственной близости друг от друга. Наш офис большой, просторный, светлый. Здесь минимум стен. Мы видим друг друга, мы очень быстро вспоминаем о тех вопросах, которые нам необходимо оперативно решить. На решение вопросов уходит значительно меньше времени. Отступление, это вид из окон, ну, то есть прекрасный вид на Москву, всегда можно выпить чашечку кофе. Хороший день. Да, да. Конечно, сначала было необычно, то есть открытое пространство, все друг друга на виду, но со временем, конечно, мы срослись в одну большую систему, можно так сказать. Энергетика нового офиса, его открытое свободное пространство создает атмосферу уникальную, особенную, командную, в которой здорово работается, в которой эффективно для компании решаются любые вопросы. И есть ощущение, что нам все по плечу, что мы справимся с задачами любой сложности. Здесь здорово.